Прислужники утробы атакуют Оребус! Защищайте арбитра! Стойте! Утроба не имеет власти над этой душой, но я чувствую... Это невозможно! Добро пожаловать в Вечный Город. Нужно немедленно доложить смотрителям. Ты пойдешь с нами. Все провидцы говорили об одном. В один миг утроба содрогнулась, будто отзываясь на перемены. Смотрители, мы нашли на окраине чужака. Кажется, это живая смертная душа. Судьба снова преподносит нам сюрприз. Мы позаботимся о чужаке. Оребус приветствует тебя. Вечный город должен выстоять. Предназначение привело тебя к нам. Каждому служителю в Оребусе известно, что из утробы невозможно выбраться. Души злодеев обречены томиться там вечно. Если из утробы сбежал узник, значит, ее хватка слабеет. И тогда изгнанник сможет... Кадилен! Кашер! Слава предназначению! Арбитр наконец пошевелилась! Прекрасные вести! Только что на границе утробы произошло нечто необычное. А потом появилась эта смертная душа и рассказала, что вырвалась оттуда. Живая смертная душа. Несомненно, это послужит предназначению. Арбитр почувствовала ее прибытие. Быть может, она даже пробудится. Каково твое предназначение? Разве смертные достойны встречи с арбитром? Что если это кто-то... Кашер, не забывай. Души судит арбитр, а не мы. Я отведу эту смертную душу к ней. Такова воля арбитра. Ее слово — закон. Говори, смертное создание. Я молюсь, чтобы твое присутствие пробудило арбитр. Услышь слова арбитра. Она всегда одинакова, безмолвна, неподвижна. Твое прибытие заставило арбитра шевельнуться впервые за много циклов. Теперь у меня есть надежда, что она очнется и вновь станет служить предназначению. Наше былое величие не описать словами. Подойди, и я покажу тебе. Миллиарды лет в темных землях царил идеальный порядок. Вечный город Оребус сиял на перепутье бесчисленных загробных миров. Все души смертных являлись на суд арбитра, а она в своей мудрости узнавала обо всех событиях их смертной жизни.
С этим знанием она и решала, какое посмертие заслужила душа. Но потом... В один роковой миг идеальный порядок был разрушен. И теперь все души, и добрые, и злые, вместо своих заслуженных посмертий, обречены на вечные мучения в утробе. Души, полные анимы, попадают сразу в утробу. Мы как могли старались прекратить это. Пробудить арбитра. Но бесполезно. Без анимы темные земли погибают от засухи. Миры отдалились друг от друга. Страх и неизвестность одолевают нас. Я боюсь, что тюремщик, пожрав тысячи душ, наберет силу и вырвется из утробы. Говорят, его переполняет ненависть к арбитру, а ее гибель будет означать конец всему, что создали предвечные. Возвращайся на нижние уровни. Смотрители расскажут тебе все, что нужно. Верь в предназначение. У каждой души свое место. Верь в предназначение. Еще чужаки, это твоя вина, смертная душа. Успокойся, я Болвар Фардрагон. Я хочу помочь, как и эти рыцари. Их души тоже тронуты утробой. Но раз им удалось освободиться, быть может, они помогут нам. У всех нас есть свой рынок. Ты хочешь открыть путь обратно в мир живых? Нет, только не это. В Орибас и так уже течет нескончаемый поток брокеров. Кошер, прояви гостеприимство. Я предлагаю разместить порталы на месте твоего прибытия на краю города. Как пожелаешь. Укажи нашим послушникам, где создать порталы. И что дальше? Убивайся страданием! При жизни я открыл множество порталов, но ни один из них не соединял две разных реальности. Я думал, что смерть — конец всего. А тут оказалось, что смерть — это сила, дающая новое начало.
Оребас приветствует тебя. Мы должны защитить Вечный Город. Почту за честь помочь тебе. Желаю тебе богатств и удачи. Добро пожаловать в Вечный Город. Чем могу помочь? Желаю тебе богатств. Арбитр видит истину. Ты заслуживаешь только лучшего. Чем? И когда она разорвала шлем, в небе над цитаделью открылся разлом. Шпиль огромной башни проник сквозь завесу. Если влияние утробы распространится на ваш мир, равновесие жизни и смерти будет нарушено. Все, что вам дорого, поглотит тьма. Судьба направляет твою руку. У каждого из нас свое время.